маленький травоядный Майк. Да, Майк, надо торопиться, потому что траву могут собрать, скосить на сено. А что нам с Тафом делать, если травы не будет? Из чего мы молоко будем производить с тобой, да? Вот. Очень-очень важное дело на выгуле. Нужно как следует подкрепиться. Слушай, ну ты уже и конфигурацией на коровку стал похож. Раньше был на свинку, теперь уже на коровку. Вот. Друзья, это попа Майка. Да. Попа, голова там тоже есть. Не знаю, много ли там сильно. Не, ну он, в принципе, умненький парень. Так что и в голове тоже есть. Вот. Да, да. Гуляет сегодня без компании, без ансамбля. Ансамбль там отдельно, вон. Тише и компания. Майк отдельно. Ну, пока что так погуляешь. Вот. Лучше, так лучше, чем никак. Соглашайся. Вот. Да, любит он прогулки. Обследование, траву погрызть, бутылки порвать. Ну, в общем, нормальное времяпрепровождение Стафа. 6 лет Майку. Майк в поисках семьи. Если хотите его взять, это Украина, Киевская область, Вышгородский район. Приют для животных Сириус. Сайт dogcat.com.ua. Там есть контакты. Если хотите взять животное, связывайтесь. Телефон, Вайбер, Телеграм. Рассказывайте себе, зачем хотите взять собаку, какие у вас условия. Проходите собеседование, приезжаете, знакомитесь, обнимаетесь, и Майк уезжает в новую жизнь. Вот такой наш вкратце с Майком план. Если вы поддерживаете, пожалуйста, действуйте.